За минувшую неделю на дорогах города произошло 8 ДТП. В одном пострадали люди. На улице Балыковской водитель «Опель Антара» сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра, локтя и голени. Водитель 48-го года рождения, уже и реакция не та, и, может быть, и сердечко. По данному факту было возбуждено административное расследование. По его результатам будет принято законное процессуальное решение. На улице Садовой водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту. В результате ДТП пострадали транспортные средства. Пострадавших нет. Водитель мотоцикла не имел права на управление транспортным средством данной категории, категории А. По словам Александра Косенкова, в этом месяце произошло уже 4 аварии с участием мотоциклистов. И, как правило, водители двухколесных коней в этих случаях были пьяны. Так, на улице Строителя Захарова выпивший мужчина не справился с управлением мотоцикла и въехал в припаркованный автомобиль. Водитель повторно сел за руль пьяным, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.